Дальнейшее развитие Украины немагчимо без демократии, без независимого суда, парламента, права власности, без сумленных выборов. 9 лютага спаўняецца год, як няма звестак ад палізняволенага палітыка Мікалая Статкевіча. Ад яго не прыходзяць лісты, а перадачы ад родных вяртаюць назад. Ужо год яму забароненыя сустрэчы з роднымі і званкі. Адваката да палітвязня не пускаюць, кіраўніцтва калоніі не адказвае на пісьмовыя запыты родных. Ягоная сям'я не мае ніякай пэўнай інфармацыі пра стан Мікалая і месца яго знаходжання. Недавно на 15 дзён была арыштаваная жонка Статкевіча Марына Адамовіч. Юрысты і праваабаронцы называюць такое становішча асуджаных інкамунікада і прызнаюць яго свайго роду катаваннем і цяжкім парушэннем правоў чалавека. Навошта і як рэжым катуе Статкевіча і іншых актыўных беларусаў? Мікола Статкевіч – палітычны дзеяч, лідар незарэгістраванай у Беларусі партыі «Народная грамада», адзін са стваральнікаў грамадскага аб'яднання «Беларускае згуртаванне вайскоўцаў». Статкевіча судзілі ў справе Ціханоўскага, судовыя паседжанні, ў якой праходзілі ў закрытым рэжыме цягам амаль 6 месяцаў. Усе абвінавачаныя атрымалі вялікія тэрміны – ад 14 да 18 гадоў турмы. Самому Мікалаю 14 снежня 21 году прысудзілі 14 гадоў зняволення ў калоніі асаблівага рэжыму. Адбываць пакаранне Статкевіча адправілі ў Глыбоцкую калонію нумар 13. Инкоммуникада – это нахождение осужденного человека без права переписки, свиданий с родственниками и защитником. Ну, то есть адвокатом, как мы привыкли в нашей практике. Если оценивать с юридической точки зрения, то инкоммуникада – это нарушение национального белорусского законодательства, потому что по белорусскому законодательству осужденные имеют право иметь переписку и общаться и с защитником, и с родственниками. И тут еще право на защиту задевается, да, когда у человека нет свободного доступа к адвокату и к правовой помощи. Ну и также международные инстанции говорят о том, что это нарушение 7 статьи Международного пакта о гражданских и политических правах. Это право на гуманное обращение с заключенными. Праваабаронцам вядома, што толькі за перыяд з 10 траўня 23 году да Мікулы Статкевіча прымяняліся розныя меры спагнання 9 разоў. Вымовы – 1 раз, пазбаўленне пасылкі альбо перадачы – 1 раз, пазбаўленне кароткатэрміновага спаткання – 1 раз, пазбаўленне працяглага спаткання – 1 раз, змяшчэнне ў штрафны ізалятар – 5 разоў. З таго часу ўся інфармацыя пра Мікулу Статкевіча трапляе да родных і журналістаў праз другія рукі, аповеды былых зняволеных, якія бачылі палітвязня ў турме. Так, у другой палове лістапада 23 году сваякі Мікалая атрымалі пацверджанне, што ён дагэтуль знаходзіцца ў Глыбоцкай калоніі нумар 13, дзе сядзіць па чарзе то ў адзіночнай камеры ПКТ, то ў камеры штрафнога ізалятару. Яго пазбавілі права на званкі і адзіных на год перадачы і спаткання. Когда человек находится в заключении, помимо физических сложностей, с которыми он сталкивается, также большое психологическое давление. И ограничение, и фактически прерывание социальных связей с внешним миром, с семьей, с друзьями, с родными – это один из больших компонентов вот этого наказания, лишения свободы. Сама сейчас пенсионная система и особенно вот эта система наказание для политических заключенных по политическим делам, она имеет такую ярко выраженную репрессивную подавляющую функцию. Это все превращается, ну, фактически в форму пытки. Да, человек существует в очень тяжелых, негуманных, пыточных условиях. Пасля амаль году адсутнасці лістоў 3 студзеня 24 году з'явілася першая інфармацыя пра палітзняволенага палітыка, але не ад яго самога. Рэчавую перадачу вярнулі трэці ўжо раз запар, і чарговы ліст атрымала ў адказ на свой. Ну, няма там большага злачынцы, чым Мікола Статкевіч. Працягвае адмаўляцца выконваць. Што ж, сабе прынамсі не здрадзіў, напісала жонка палітвязня Марына Адамовіч у сваім фейсбуку.
Сейчас нахождение в белорусской тюрьме – это точно потеряешь, во-первых, годы жизни, во-вторых, здоровье, и можешь саму жизнь потерять. И, конечно, ну, представьте, родственники находятся в такой ситуации. Они не знают, что происходит с близким человеком. Они не могут его поддержать, не могут ему оказать какую-то помощь. И, конечно, я бы тоже расценивала это как форму жестокого, бесчеловечного обращения, в какой-то степени даже пыткой, в отношении родственников. Паводле звестак Байпол, на пачатак студзеня 24 году Мікола Статкевіч быў зноў змешчаны ў ПКТ. Акрамя таго, на палітыка сабралі матэрыял для завядзення на яго крымінальнай справы паводле артыкулу 411 Крымінальнага кодэксу Беларусі. Злоснае непадпарадкаванне патрабаваннем адміністрацыі калоніі, паведамляла ініцыятыва Байпол. Конкретные действия, да, с которых начинается инкоммуникада на базовом уровне, совершают, конечно, сотрудники исправительных учреждений, там, колонии, тюрем, СИЗО. Это, ну, просто рядовые сотрудники, их начальники, цензоры, администрация, если смотреть шире, да, например, начальник колонии. То есть эти люди, которые своими руками не передают письма, уничтожают их. Это все, ну, это часть преступления. Чуть более высокий уровень, да, это, я подозреваю, что структуры Министерства внутренних дел, в которых вот эти вот политики обращения с заключенными как-то вырабатываются. И, конечно, чиновники, политики высокого ранга белорусского режима, включая самого Александра Лукашенко, министра внутренних дел, это те люди, в чьей непосредственной власти это находится. Вот обращение с заключенными в Беларуси. Также важно упомянуть органы прокуратуры, которые должны осуществлять надзор за законностью всего происходящего в стране. Они тоже причастны к этим преступлениям. Статкевич не один, с кем нема сувязи таки протяглый час. Нема звесток про Марию Колесникову, Игора Лосика, Максима Знака, Виктора Бабарыку, Сергея Тихановского. Правозащитные организации продолжают документировать пытки. Мы собрали уже более 3000 свидетельств о пытках. Очень важно, обращайтесь, пожалуйста, к правозащитникам, мы зафиксируем эту информацию, она точно не потеряется. Есть очень большая вероятность в том, что в совсем недалеком будущем она будет применена и ляжет в основу обвинений и поможет восторжествовать справедливости и праву в Беларуси.